Итак, демонстрация надувного жилета от фирмы Time Trial. Кстати, смотрел других надувных жилетов, мне этот больше всех понравился. Это не то чтобы как бы какой-то акцент, а он реально как бы, ну, такой достаточно и большой, вот, и удобный. Ну, в общем, вот, одеваем его. Одеваем его спущенным обязательно, потому как я пробовал делать его накачанным, неудобно, из-за того, что все давит. Вот так он сидит. Вот здесь есть молния. Застегнем ее. Есть утяжка дополнительная. Здесь есть между ног. Продевать надо было, но я сейчас уж не буду, конечно. Вот, есть большой такой замок. Вот. Можно подтянуть. Посмотрю, где там заправляется. А, причем тут, тут даже две, скажем так, вот между ног будут. Две фиксирующие стропы. Вот. Два кармана. Сзади сетка. Все будет дышать. Очень удобно. Вот. Ну и вот сам процесс накачки. Здесь, значит, два клапана. Вот. Получается две секции надувные. Плюс воротник. Открываем против часовой стрелки и накачиваем. Так, одна секция накачана, сзади прокачалась половина, значит вторую. Все очень плотно. Да, это можно даже немножко приспустить. Да, вот эти штуки фиксирующие между ног, они, конечно, так вот подтянут вниз немножко его. Здесь я утягивать не буду, животик мешает, который непосредственно буду стремиться снизить при активных выходах в поход. Вот такой получается жилет. Все достаточно удобно, сюда же грести. Кстати, у обычных жилетов мне немножко мешают вот эти вещи. Здесь подшив такой. Иногда здесь очень легко ходит плечевой сустав. Вообще ничего не мешает. Ну, очень удобно. Единственное, что я очень сильно надул. Немножко можно приспустить для комфорта. Вот так вот. Вот если уж попадаете в воду, чувствуете, что ваш вес достаточно большой, как в моем случае, вот, то можно сразу подкачать здесь в дом. Тоже очень удобно. Значит, эти два не мешаются в лицо. Ну, не хватает, в принципе, до рта. Вот так, чтобы вот не тыкаются. Два кармана. Сюда, не знаю, ну, свисток. Свисток можно, конечно, вот сюда зафиксировать, чтобы он не улетал никуда. И карман. Вот. Очень доволен я. Все остальное буду испытывать уже на воде. Непосредственно буду прыгать, нырять в воду, как он держит. Вот. Все это я зафиксирую, потому что он сам стремится вверх ползти. Вот так вот. Немножко. Поэтому надо фиксировать вот этими стропами. Вот, а сейчас я переоденусь. Значит, переоденусь в летний вариант. Значит, с рукавами короткими одену футболку и продемонстрирую вам некий для себя открытый элемент одежды, который я уже использую на велосипеде, на байдарке использовал, потому как есть проблема очень огромная у всех, это обгорание рук во время гребли, лица, рук, соответственно, нужен козырек, очки, и чтобы как защитить руки, я вам сейчас продемонстрирую. Итак, вот. Я переоделся, значит, более легкий вариант летний, короткими рукавами, но всегда есть проблема обгорания вот этих частей рук. Ну, соответственно, многие одевают перчатки, тоже обгорает все.
на воде солнце отражается от воды, и ультрафиолета еще больше получается. Вот, на Алиэкспресс я купил вот такие на рукавники трикотажные. Там много вариантов, там ультрафиолетовый типа, по типу вот такого латекса есть. Но я решил взять трикотажные, потому что в них как-то более комфортно и для тела, и поприятнее. Вот в такой упаковке они приходят. Вот, у меня в запасе еще одни. Я взял. Ссылки я все оставлю. И вот такие трикотажные рукавники меня спасают, значит, от солнца, от сгорания. Тот, конечно, любит загорать, и у него там более там смуглая кожа, но они, наверное, не пользуются этим. Вот на рукавнике так одеваются. Причем они даже защищают вот часть ладони, что очень удобно. Их можно как поверх, как и надеть и под рукава футболки вашей. Вот. Можно так поверх. Получится некая комбинация, что, в принципе, очень удобно. Вот, пользовался я на велосипеде, значит, на байдарке уже данными нарукавниками. Очень доволен. Стоят они не очень дорого, но все равно как расходник считается, потому что тряпка есть тряпка. Она может разойтись по шву, порваться. Можно, конечно, подшить, а так купил в запас, поэтому особо, думаю, не стоит тут париться. Вот такие, значит, нарукавники. Все, ваши руки будут и дышать. Конечно, в жару оно все немножко так, ну да, как немного, сильно потеет. Они даже, бывает, порой намокают от интенсивного какого-то движения там ваших. На велосипеде идет, конечно, напряжение, но уже где-то на байдарках идет уже более активное движение. Но это лучше, чем вы обгорите, потому как мы по незнанию с другом первый раз, когда сели на байдарку, обгорели полностью, мучились на ну, дня 3-4. Все там в пенке лежали, умирали. Сейчас я попробую надеть тот же жилет, который демонстрировал вам до этого, именно правильно. То есть вот, вот эти лямки, они должны спускаться полностью вот здесь, на фиксаторах. Вот. И все это дело одевается сначала на ноги, то есть снизу. Можно как бы так вот закинуть назад, там жилет, пустить на пол, ставить ноги, эти лямки, и теперь приподнять его. Вот. И посовывать рукава. Сначала один рукав, потом второй. Ну, в принципе, не сильно так напряжно. Вот, и застегаете. Здесь на молнию, здесь, значит, утяжка поясная. И, соответственно, подтягивайте. Сейчас покажу из ненавидного. Уже здесь, между ног. Вот, можно приспустить. Здесь, как у рюкзаков, такие фиксаторы, которые ослабляют. Все, жилет одет. Остальное уже там остается его только накачать. Ну, я уже демонстрировал накачку, поэтому я думаю, это будет лишнее. Вот, скажем так, ваша защита на воде, это значит от того, чтобы не утонуть или остаться на плавучести в какой-то случае каких-то проколов. Вот, это от ультрафиолета, соответственно, еще очки надо будет одевать. Где-то они у меня есть, сейчас я не найду. Еще неплохо бы закрыть уши и шею, так-то по уму. Это, значит, девается или как-то поддеваются некие банданы, которые закрывают вот так вот где-то часть шеи. Вот. Ну, это уже на ваше усмотрение. Вот. Ноги обязательно тоже либо какое-то обтягивающее трико, либо какие-то, ну, может, неопренки. Ну, кто что одевает. Но ноги тоже должны быть всегда закрыты, потому что ноги имеют, скажем так, большую площадь в отношении тела, обгорают тоже на раз. Это при условии, если есть солнце. Если солнца нет, вы там и тепло, можно все это дело снять, облегчиться и плавать свободно уже, как бы полураздетым. Все, до новых встреч!
Пока.